Сургутских лицеистов с Днем знаний поздравил и заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов. Пока это единственная новая школа, которая открыла свои двери для учеников в Сургуте. В ней сели за парты 1200 детей. Изначально же ее мощности были рассчитаны на 900 учащихся. В этом корпусе оборудовали просторный тренажерный зал, бассейн и первый для школ Сургута тир. Все это положительно скажется на патриотическом воспитании и физическом развитии. Детей, кстати, на поруки обещают взять специалисты УМВД города. Говорят, что из лицеистов выходят отличные стражи порядка. В этом учебном году в Сургуте планируют запустить еще одну школу по соседству в 33-м микрорайоне. Таким образом, власти региона планируют уже через 4 года перевести Сургут на односменный режим обучения детей. В Сургуте заложен большой фундамент для того, чтобы новые учебные заведения в ближайшие годы вошли в строй, и эта проблема должна быть решаться. Вы знаете, что еще у нас, наверное, в заделе 7 школ, поэтому те шаги, которые направлены на решение этой задачи, они уже в действии. Это проектное решение, это решение в том числе на этапе ввода объекта, определенная оптимизация помещений. Микрорайон очень крупный, школ здесь пока что немного, поэтому мы говорили о том, что школу эту ждали очень долго, она долгожданная и очень желаемая. Поэтому, конечно, применяются все меры для того, чтобы количество мест увеличилось.